В начале данного видеоролика хочу вам всем, ребята, порекомендовать канал под названием GadgetUp. Парень очень старается, он снимает мега годные, мега полезные видеоролики. Поэтому, ребята, кому не сложно, перейдите и подпишитесь. Потому что если вы хотите стать ютубером, то вам просто обязательно надо перейти и подписаться на канал этого парня. Потому что именно у него вы узнаете, у кого лучше брать пиар, как сделать топовый ролик, как сделать, чтобы ролик стал популярным, как сделать крутое оформление и тому подобное. Ссылки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня у нас будут клановые войны против клана ютуберов. Только что мы сравняли счет, и мы, ребята, уже будем начинать. В моей команде Анетка, а в команде моих противников Андрей Белый, а также Сахар. И Анетка сделала минус один. Блин, Анетка, ты просто большой-большой молодец, и я, ребята, сделал минус два. Довольно-таки неплохо, потому что мы начали нашу игру, и в первом же раунде мы получили победу 2-1. Как же, ребята, это прелестно и прекрасно. Идемте дальше. Не понял, что это с левой стороны никого нету. Вот вы часто пишете, что я только сижу на базе. Вот, ребят, ничего подобного. Взял АК и пошел рашить. Правда, Анетка застилила немножко. Не понял, Анетку убили, слушай. Вот это ты зря. За Анетку и двор стреляй в упор. Поэтому иди сюда. Иди лучше сюда, пока еще можешь идти. Сейчас мы, короче, Андрюхе покажем, как это Анетку убивать. Ой-ой-ой, а где Андрюха? Блин, не люблю я такие моменты, когда я не знаю, где противник. Ой-ой-ой-ой-ой, ну секундочки не хватило. Буквально еще бы одной секунды, я бы среагировал, и я бы, скорее всего, его бы убил. Ну, увы, ребята, и ах, сегодня не мой день. 2-2, в принципе, неплохо. Я чувствую, что это будет потная каточка, потому что противники у нас сильные. Они давно уже играют в Black Strike, и поэтому, ребята, это будет очень-очень потно. И, блин, Анетка, я его хотел убить, а не ты. Слушайте, Анетка сегодня просто в ударе. Просто Анетка, ну прям молодец, что сказать. Я прям в знак благодарности оставлю ссылочку на ее канал в описании, поэтому, кому интересно, можете перейти подписаться. Так, 3-2, неплохо, неплохо. Ай-яй-яй, вот это я нуб. Ну, конечно, да, я немножко лоханулся. Вся надежда только на Анетку была, но Анетка уже на том свете. 3-3. Ух, ребят, идем прям нога в ногу, очень опасно, очень потно. И я только что сделал минус один, блин, как это прекрасно, да, сдегла сразу в голову, сразу убивать. Это, ребят, круто. Ой, вот это он зря, вы видели, он просто взял и прыгнул, я не знаю, на что он рассчитывает. Просто Сахар взял, подпрыгнул, думал, что мы его не видим. Сахар, вот это зря. И, конечно же, ребята, мы его убили, 4-3. Неплохо, 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 идемте дальше. Так, Анетка уже кого-то убила, ну просто, Анетка, ты в ударе сегодня. Кстати, ребята, кто ждал клановые войны, пожалуйста, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Да, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, а также подписочку. Потому что видите, вот какие я делаю хедшоты, ребят, вот это все ради вас. Поэтому, кому не сложно, поставьте лайк, напишите какой-то хороший комментарий, а также подпишитесь на мой канал. Идемте дальше. 5-3. Ток-ток-ток. Чёрт, я никого не вижу. Беру АК и дурашить. Приветик, это сюрприз. Сахар, здорово. Ой, я тебя убил, случайно, не хотел. Сорян. Ух ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты по мне попал, это было больно. Ну, нормально, ребят, беру дигл и сейчас одного патрона, наверное, его убью. Ну, или он меня, сейчас мы увидим. Конечно, лучше, чтоб я его... Ой-ой-ой, ну-ну-ну, опять я немножко затупил. Эх, ребят, кентуха лоханулся. Надо было брать все-таки, наверное, АК, потому что я с ним диглом. Дигл только на дальней дистанции. На ближних дистанциях надо, ребят, брать АК. И иногда я туплю. Так-так-так, а чё никого там нету? Приветик, добрый день. Ну-ну-ну-ну, ай, блин, опять зажим. Блин, надо как-то отвыкать. Не понял, кто-то по мне стреляет прям в спину. Это был Андрей Белый и Андрюха, давай пока, мы тебя убили. Сахар, ничего себе, вот этот Сахар дерзкий, ничего себе. Анетка, ну давай покажи, кто тут главный. Покажи, как это кента убивать. Вот покажи, на что ты способна ради меня. Ну, Анетка, давай. Анетка идет такая бородатая девушка. Ну, неплохо, ребят, неплохо. Правда, я его ранил, но, в принципе, ребята, все равно неплохо. 6-4, и мы, как обычно, побеждаем. Играем дальше. Давай, до свидания. Минус один. Вот Сахар. Слушай, какой он прям кузнечик. Но я его, ребят, все равно убил. А, или это Анетка убила. Я по нему раз попал, а Анетка добила. Вот Анетка, вот стиллер. 7-4, неплохо, неплохо. Идемте дальше.
Так, ну, кто-то выбежит с левой стороны или нет? Ну, чуть, опа, опа-опа, ребят, я увидел. Так, давайте, не-не-не, ох, мало патронов-то как. Блин, Дигл в помощь, Дигл, пожалуйста, спаси меня, прошу тебя только об одном. Дигл, ух, ребят. Слушайте, как-то он странно поступил, просто от меня повернулся ко мне спиной. Я не знаю, на что он рассчитывал, но как бы поворачиваться спиной к противнику, ребят, ну как-то это, ну, не очень круто. Не знаю, как вы, возможно, вы поворачиваетесь к противнику спиной, но как по мне, ребят, это, ну, немножко нецелесообразно. Так, и у меня всего лишь 37 хп, меня хотят убить. Слушайте, как он прыгает? Он прям издевается надо мной. Хватит уже прыгать. Я его когда-то убью сегодня или нет? Ну, я в шоке, меня убили. Ничего себе, я Нетку убил. 8-5. Неплохо. Идемте дальше. Ай, промахнулся. Он не любит такие моменты. Ой-ой-ой, я один, их двое. А вот это, ребята, уже очень-очень опасно. Надо как-то немножко посторожнее. Так, иду в ближний бой, и тут я никого не вижу. Где же они? Ой, мне немножко страшно, и нормально. Сахара мы уже убили на колбасу, и, к сожалению, ребят, меня убили со спины. У меня на спине нет глаз, поэтому, ну, меня убили. И, в принципе, я даже, как бы, знаете, не бежаюсь, потому что, ну, я его никак не мог убить. Он был сзади меня. Ток-ток-ток. А Нетку убили, это плохо. Ой-ой-ой, я не ожидал, я, ребят, явно не ожидал. Слушай, хорош, Андрюха просто выскочил на меня и убил. Хорош, честно сказать. Неплохо. Явно неплохо. И я по нему попал, но не убил, нет. О, убил. Вот это я хорош, да? Вот Эткин туго скилловый чувак. Но, блин, меня убили. Анетка, давай добей. Анетка, пожалуйста. Просто Анетка лучшая. Анетка сегодня явно в ударе, просто встала с той ноги. Просто Анетка большой молодец. 9-7. Осталось всего лишь 2 очка, и мы, ребята, победили. Поэтому давайте сейчас по-быстрому попытаюсь их убить. А ну, Анетка, отойди, ой. Анетка, так отошла. Прям убили ее, ну, бывает. Бывает жизнь огорчения. Минус 1, неплохо. И давай, Кинтуха, минус 2, прошу тебя. Минус 2. Сейчас, короче, сделаем сюрпризик. Опа, привет, не ждал, да? Думал, я там буду сдалека тебя убивать, не тут-то. Нормально, 10-7. Ребят, последний раунд, последняя победа. И мы выиграли эту катку. Давайте, активнее, ну. Опа, неплохо. Вот это хорошо, да? Вот просто на мою пулю выпрыгнул. И Анетка убила второго противника, и, ребята, наша команда победила. Кому не сложно, пожалуйста, поставьте лайк. Также подпишитесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Напишите любой положительный комментарий. Большое спасибо команде противников, а именно Андрюхе Белому, а также Сахару. Они сегодня хорошо играли. Но мы с Анеткой были лучше. Поэтому, ребята, кто ждет продолжения Кланных Войн с ютуберов, обязательно поставьте лайк. Всем удачи и всем пока.